Водолеи, приветствую на канале «Психология Таро». И это расклад на месяц, на июль. Мы посмотрим основную энергию, 4 базовые сферы жизни. Это работа, деньги, социум и любовь. Также посмотрим предостережение для вас и совет на месяц, и сбудется или нет желание. Я заранее приношу извинения за шум, который на фоне, но у нас очень жаркие погоды, и чтобы кошка не страдала, постоянно работает вентилятор, поэтому я надеюсь на ваше понимание. Кто не хочет смотреть раскладку карт, сразу же перематывайте на тайм-код в описании. Кто хочет настроиться с каждой карты, оставайтесь. Посылайте свою энергию, и мы посмотрим общую энергию месяца. Далее, 4 базовые сферы, что ждет в каждой из них. Итак, работа, деньги, финансы, социум, любовь. Предостережение и совет на месяц. Предостережение, совет. И сбудется или нет желание. Сейчас можете загадать желание, цель, к которой идете. Или, может быть, у вас какая-то большая задача перед вами стоит. Вот посмотрим, что там вам захотят передать. Итак, Водолеи, давайте смотрим. Общая энергия месяца. Так, ну что, придется вложиться, но с перспективой роста. Это то, когда вы понимаете, что просто так ничего не дается, действительно нужно что-то сделать. Здесь может быть и такое, что нужно сверхурочно поработать, да, сейчас, ради того, что, возможно, как-то заслужить какую-то репутацию, чтобы в будущем иметь возможность повышения. Или же в будущем иметь возможность премии. Здесь может быть такое, что да, с одной стороны, я понимаю, что финансов, если мы смотрим финансовую сторону, особо не хватает, но мне очень надо во что-то, ну скажем так, вложиться. Но вот элементарный пример, как я вот вначале сказала, да, вот есть вентилятор, но это создает какие-то, ну, скажем так, проблемы, и поэтому нужно вложиться в кондиционер. Вынужденная трата. Не хотелось, но в будущем это принесет больше бонусов. То есть вот так. То есть не расценивайте пятерку пентаклей как нечто такое, что обязательно будете бедными и так далее. Нет. Это вложение в будущее для того, чтобы потом вам было хорошо. Давайте посмотрим, где это будет отыгрываться, в какой сфере наиболее всего. Работа. Что ждет? Так. Но работать вообще не захочется. Знаете, это тот случай, когда время тянется, оно идет, невозможно как-то насладиться, да, допустим, работой. Может быть, у вас просто работа уже стала настолько нелюбимой, что вам просто не хочется туда ходить. Это очень может проиграться. Здесь еще может проиграться такой вариант, что вот-вот скоро отпуск, и я уже не хочу работать. Да? То есть вот такой вот... Ну, как-то... Я бы лучше пофилонила бы, да? Вот что-то типа такого состояния. Если вы находитесь в поиске работы, я не скажу, что июль будет, знаете, у вас достаточно активным для того, чтобы найти что-то. Здесь больше про то, что будете лениться, будете ко всяческим образом избегать каких-то возможностей. Возможно, действительно, эти возможности, они не будут хороши в плане перспективы, хорошего роста финансового. Поэтому и на мелочь соглашаться не будете. Так, деньги, финансы, что у нас там? Знаете, страдания по сфере финансов. Здесь у вас прям вы сами просто страдаете. Хочется сказать, так возьми что-то сделай уже, да? Но что-то поменяй уже в своей жизни. Нет, я лучше буду страдать, то, что мне приносит, ну, возможно, привычное, да, вот это поведение. Что здесь может проиграться? Возможно, трата. Вот опять же, если мы смотрим на эту пятерку, возможно, трата, которую вы, ну, никак не ожидали.
Может быть, что-то сломается, может быть, что-то действительно там как-то, ну, непредвиденные какие-то обстоятельства произойдут, и вы, ну вот опять случилось, вот опять я не могу там как-то встать на ноги, опять я не могу, вот только-только думала, может быть, все наладится, и опять что-то происходит. Здесь, возможно, знаете, как, возможно, замечали за собой, какая-то темная полоса в жизни происходит, да, когда опять, 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 опять. Но, смотрите, по троечке, в принципе, это небольшое такое событие, то есть это не что-то сильно глобальное, да, что прям очень сильно повлияет на вашу жизнь. Нет, это все, знаете, я бы сказала, в ваших руках изменить, поменять, просто нужно больше усилий. Далее, социум. Ну вот, собственно, с социумом-то у вас здесь и будет происходить бяка-бяка. Давайте так скажу. Ваше окружение – это та сфера, в которую вы не хотите вкладываться, в которую не считаете нужным вкладываться. Хотя, по факту, если у вас, скажем, вот с работой беда, с финансами беда, социум играет очень большую роль в этом во всем. Во-первых, я сейчас объясню. Если вокруг вас находятся люди плюс-минус вашего уровня, которые постоянно жалуются, ноют, говорят, что все, ничего не получается, в мире кризис, все плохо, денег нет, работы нет, так далее нет. Вы не сможете с этого состояния выйти в то, где у вас будет все хорошо, у вас будет работа, которая нравится и так далее. Потому что, понимаете, вы будете выбиваться из того окружение, в котором вы находитесь. Поэтому здесь может сыграть такая, знаете, вторичная выгода, что для того, чтобы не выделяться, да, мы знаем, есть такая ограничивающая убеждение, установка, я буду как все. Так вот, если вы хотите лучшей жизни, вам нужно действительно вложиться в свой социум, посмотреть, что у вас там не так, какие люди вас окружают, действительно ли вот такие люди, которые к чему-то стремятся, или только те, которые ноют. И, соответственно, делайте выводы. Ну и здесь может, конечно, случиться такое, что вы и о себе много что можете узнать не очень приятного, но отсюда пойдет рост. Давайте смотреть любовь, сферу отношений. Угу. Здесь все, я бы сказала, хорошо, прекрасненько. Колесо фортуны у нас. Кто ищет партнера в себе, велика вероятность того, что вы сможете встретить того самого единственного. Но вам тоже что-то нужно будет предпринять. Поэтому, если вы сейчас вообще не заинтересованы в том, чтобы как-то пересмотреть свое окружение, но при этом хотите с кем-то познакомиться, вот это первое, чем вам нужно заняться. Посмотрите, кто у вас вокруг, кто вас окружает. Опять же, если вы хотите более, скажем так, достойного мужчину в своем вот этом, ну, не таком, да, не такого уровня окружения, вы его не найдете. То есть, соответственно, вам нужно менять и круг друзей, круг знакомых, выходить на более, скажем так, другие уровни. И в первую очередь вам просто нужно самой тоже собой заняться. Те, кто находится в паре, знаете, здесь может произойти все, что угодно. Вот все, по сути, чего вы бы хотели, есть велика вероятность. Но, смотрите, колесо фортуны, оно не крутится так само по себе. Оно закручивается только в том случае, если вы идете в этом направлении. То есть не просто сидите и ждете, да, а что-то делаете. Поэтому, если у вас есть большие желания, большие надежды на сферу любви и отношений, предпринимайте что-то. Итак, давайте смотреть предупреждение вам на месяц. Так, не будьте сильно расчетной и холодной. Расчетливой. Думать наперед стратегии, планы, это все хорошо, но в этом месяце это может сыграть с вами злую шутку, поэтому мягче. Будьте более мягкими, будьте более понимающими, будьте более, возможно, приземленными даже в чем-то, да, потому что у вас здесь с пентакликами, допустим, сейчас в этом месяце проблема, возможно, у кого-то она тянется еще с предыдущих месяцев, поэтому задумайтесь о своей базе, о материальности, меньше вот этого, знаете, высоких полетов каких-то, холодности. Вот здесь, знаете, даже больше, наверное, не будьте такими, знаете, безразличными к тому, что в вашей жизни происходит. Вот я бы так сказала. Решайте вот с сердцем, с душой, да. Совет вам. Так, ну, совет, я бы сказала, знаете, прекрасный. На самом деле, несмотря, что это дьявол. Дьявол – это про то, когда я хочу
и я это получаю. Знаете, более эгоизм, больше эгоизма, больше проявления себя, своих желаний. Если вас что-то не устраивает, скажите об этом. Если вам что-то не нравится, начните делать так, чтобы получить то, что вы хотите. Да, дьявол – это не совсем, скажем так, честная игра, но здесь вам говорится о том, что в первую очередь ставьте себя наперед, свои желания. Может быть, даже они будут теневые, может быть, они будут какие-то, знаете, порекающиеся обществом и так далее. Но вы этого хотите, понимаете? Если вы будете заталкивать свои какие-то желания глубоко, далеко-далеко, это может вылезти, ну, в худшем случае, прям в психосоматику, что прям, ну, плохо. Поэтому хочу, говорю, свое намерение в мир кидаю и смотрю, как что разворачивается. Особенно здесь по сфере отношений. Удовлетворяйте свои потребности, вот какие бы они ни были. Вот это вам прям совет на июль. Прям больше фокуса внимания себе, больше своим каким-то... Знаете, если вы в чем-то себе отказывали очень долгое время, вот, пожалуйста, знаете, как утолите жажду, я бы сказала. Вы всегда сможете оперативно взять себя в узду, но, вы знаете, я такое чувствую, как будто вы ну, прям засели в какой-то клетке, а вам нужно оттуда выбежать, выбраться. Вот уже, ну, пора идти, пора делать то, что вы хотите. Так, и здесь у нас карта желания. Кто не смотрел раскладку карт, сейчас можете поставить на паузу, загадать желание. Если у вас есть какая-то цель, к которой вы идете, большая задача, которая перед вами стоит, здесь ее тоже можно сейчас посмотреть. Мы посмотрим, что вам за послание. Приближается конец сложного цикла. Ну, смотрите, все об этом говорит. И здесь главное, знаете, что все в ваших руках. Будьте, да, вот этим дьяволом, который делает все для себя. Это надо. Иногда эгоизм должен выходить вперед. Возможно, вы очень сильно засиделись в состоянии для всех, да, но не для себя. Так вот, июль – это тот месяц, когда пора делать для себя. Для того, чтобы своя жизнь прям приносила удовольствие. Собственно, вот эти вложения в будущее, да, то есть если вы сейчас по дьяволу начнете ублажать свои желания, соответственно, это вложение в будущее, вы поймете, что можно жить не только для других, да, и для себя, и жизнь становится достаточно яркой и интересной. Собственно, это и будет вложением в будущее. То есть, возможно, сейчас это будет тяжело делаться, но, тем не менее, потенциал хороший. Ну что, Водолеи, вот такой для вас расклад. Ставьте лайки, пишите комментарии, насколько отыгрывается расклад. Соответственно, подписывайтесь, если еще не подписаны. И если вы хотите персональный прогноз на месяц, мои контакты есть в описании, связывайтесь со мной. Ну и до новых встреч. Пока-пока.